Дамы и господа, этот день можно считать самым лучшим в вашей жизни. Ведь сегодня вы увидите легендарное перевоплощение. Наш стилист, художник и просто хороший человек из четырех обычных холстов создать шедевр, которые не сравнятся по глубине и смыслу. Встречайте модели и художника. Внутренним миром, таким же безобразным, но очень интересным. Да, искусство, оно на то и искусство, чтобы удивлять своего зрителя. А на второй фото я изобразила женщину с пышными формами, резкие мазки, черные краски, непропорциональное лицо и тело. Поаплодируйте, если вы тоже не увидели здесь женщину. Ничего, зато модель хороша. Что ж, а третья работа, пожалуй, ассоциируется у меня с детством. Ну, сюрреалистичность этой картины также выделяет ее из толпы. Тонкие линии и плавные изгибы также хороши, как элементарные функции. Что ж, ну и заключительная работа в этой серии. Вау! Если у вас задрожали коленки, это нормально. Кто помнит песню «СС Монеточка»? Так вот, сюжет картины основан именно на этой песне. Да, сюжет достаточно неприятный и страшный, никому не пожелаешь. Зато модели как хороши, ведь они ассоциируются с моими четырьмя «я». Самого наилучшего с наступающим вас!